Немножечко, да, пропустили, но Шапурин на правый фланг сейчас оставил. Ух, какая передача. И сразу же касанием. Это был удар или я не пойму. Уй, 2-0. Масыров сейчас. И сейчас очень опасная атака может быть. Нет, положение вне игры с левого фланга. Прорывается. Трейса, прострел и 3-0. 3-0. Прямой будет или подача? Выбирает навес. Выполнить! Попытка удара через себя! И... Мазанул по мячу Тобожан Ельдос, но на сей раз... Лего, комментатор, который... А, вот это да! Второй мяч забивает Сергей Орлан. Здорово! Посмотрите, вот эти крученые... Мячи. Это было. Судья промолчал. Классный пас. А здесь уже фол. Но мяч отскакивает 23-му номеру команды Альтаир. И... Бакетбек. Концентрировать свое внимание на защитнике команды Арзу. Да. В его район направлялась передача, но забивает. Скок не самый лучший для команды Арзу. Тимиров. Тимиров в центр на отметку 10 метров. 1-1 должен быть. Да! Дождался. Кокс. Он... Собственно, что они и демонстрируют. Ох, какой финт. Прорвись его. Навес на дальнюю. Скидка головой. Еще удар. Сколачивает сетку. Вот мяч, команда. Алатау блестящим. И еще один могут сейчас забить. Кокс, выход 1-1, удар. И это хэт-трик от Алибек Еркебулана. Эриксон. Абихан, класс, нету офсайда. И выход 1-1, удар. И счет открыт. Действительно, это... Это так, здесь еще один выход, 1-1, и удар между ног, да, мяч залетает вратарю. Удар в уголочек бильярдный. Неплохо, и прострел нужен. И здесь точно, и удар, ну такое не тащится. Аманат. И удар, да, легко, легко выглядел игроки Аманата, и посмотрите, что творит Дурманаев. Забрал мяч, отдал шикарную передачу, как игрока. Итак, удар, и мяч забит. Это просто мои наблюдения. Выполняет ее как надо, и все. Снаряд до партнера, и пришлось побороться, и как классно! Выход, выход 1-1, и удар, и это 1-0! Батырханов канат открывает счет. Кусто групп. И навес, удар, счет равный! Ринатов! И классно дальше налево! Опасная атака от БКС! Опасная! Несутся на всех скоростях! Они вперед! Удар! И дубль оформляет! Смотрим пока. Удар в самый уголок! И это 1-3. Лего, комментатор...
который... А, вот это да! Второй мяч забивает Эргели Орлан. Здорово, посмотрите, вот эти крученые мячи...